Американский продюсер Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании женщины, названной в деле Джейн Доу, без указания настоящего имени. Срок будет добавлен к 23 годам, которые 70-летний продюсер получил в 2020 году по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Вайнштейн отверг обвинение и заявил, что эта женщина трижды лгала суду ради его денег. Сторона защиты требует провести новое судебное разбирательство.